Какая мурашкина? Положи! Я не удалось с вами познакомиться у Крутки! Да иду я! Ну, и чем могу быть полезен? Павел Васильевич, аж сегодня ты не помнишь, это же я Мурашкина, и большая поклонница вашего таланта, и с наслаждением читаю ваши статьи. Не подумайте, что я вам ищу. Нет, я действительно с большим наслаждением читаю ваши статьи. Да. Я, кстати, сама не чужда авторством. Да, и моя капля меда есть в уле. Я написала разновременно 3 детских рассказа. Я много перевожу. И мой покойный брат работал в журнале «Дело». Хорошо. А я-то вам чем могу помочь? Павел Васильевич, я знаю ваш талант, ваши взгляды, и мне бы хотелось узнать ваше мнение. Я тут написала рассказ разновременно и лишилась всякого о нем своего мнения, поэтому бы я хотела узнать ваше мнение. Хорошо. Павел Васильевич, хорошо. Хорошо, почитаю. Спасибо, Павел Васильевич.
Вы что? Вы меня неправильно поняли. Я знаю, что вы заняты в душе, вы посмотрите меня к черту, но позвольте мне прочитать эту драму прямо сейчас. Прошу вас. Послушайте, мне надо уехать сейчас. Павлович! Вы что? Что? Я запру еще в казан! И мне необходимо знать ваше мнение именно сегодня, именно сейчас, прямо сейчас! Я не займу у вас много времени! Уделите мне полчаса вашего времени! Я прошу, я вас умоляю, дорогой Павел Васильевич, пожалуйста! Умоляю. Хорошо! Полчаса? Полчаса, да, всего лишь полчаса. Ну хорошо, давайте, полчаса у вас есть. Хорошо, Ты. Драма в пяти действиях с прологом и эпилогом. О чем пели соловьи? Действующие лица. Помещик Шепчурыгин, 60 лет, взгляды отсталые, лицо значительное. Его сестра Конкордия Ивановна, 65 лет, со следами былой красоты, манеры аристократические, пьет водку. Его дочь Анна Сергеевна, 35 лет, чистая девушка, и это заставляет ее глубоко страдать. Валентин, студент, 40 лет, благороден, безвозмездно помогает своему больному отцу. Зигзаковский, помещик, богат, развратен, продукт своего времени. Пертукарский, телеграфист, 65 лет, незаконно рожденный. Судья Кучкин, мошенник, ну в общем, человек порядочный. Купец Водянкин хромает на левую ногу, на сцене не выиграется. Княгиня Пронская, 75 лет, Вечестонарку, лакей Сильвестр Горничная Феклуша, старые слуги состоят в интимных отношениях. Перегарный полковник в отставке его укусила собака, на сцене не появляется, барон Шпунцев, старый холостяк, имеет взрослую дочь, его дочь Валерия, со следами былой красоты, да не узкий шелковый лиф. Поселяне и поселянки, действие первое. Да, Серж, горло пересохло. Роскошная гостиница в доме Шепчурыгина. Старая дорогая мебель, направо и налево двери, на стенах висят портреты предков, в хрустальных вазах увядают осенние цветы. Лакей! Уж очень барин гневается на барыню, ведь барыня вчера даже к обеду не спустилась из своего кабинета, ведь она истратила всю свою приданную на постройку школы в селе. Лакей уходит и ворчит, Феклуша одна. Хорошо людям, которые прошли все науки, справедливо говорят, учение свет, а не учение тьма. Входит Анна, она бледна и прекрасна. Анна, Феклуша, подними мне яновых капель, я не спала всю ночь, я думала о своем Валентине. Явление седьмое, Анна. Я думала о нем, как он благороден, сын бедному учителю, он совершенно безвозмездно помогает своему больному отцу, а ведь он мог бы сделать блестящую карьеру. Валентин прошел все науки, но не верует ни в дружбу, ни в любовь, не знает цели в жизни. Валентин, простите, пожалуйста. Явление 12. Валентин Бледин. Валентин, я не умею рационально мыслить. Я не знаю цели в жизни. Сомнения, неуверенность в собственных силах лишили меня душевного покоя. Где? В чем мое кредо? Как его найти, Анна? Восстаю самоанализ. Вы слишком рано перестали жить сердцем и доверием ему. Валентин! Что такое сердце? Это понятие анатомическое, как условный термин того, что называется чувствами. Я не признаю его. Анна, смутившись. А любовь? Неужели она продукт ассоциации идеи? Скажите откровенно, Валентин. Вы любили когда-нибудь, Валентин? Не будем трогать старых, еще не заживших Наконец-то и на моей улице праздник.
Гляжу и не верю своим глазам. Перед моими окнами взад и вперед ходит высокий, статный брюнет с глубокими черными глазами. А усы — прелесть. Ходит уже пятый день от раннего утра и до позднего вечера, и все на мои окна смотрит. А я делаю вид, что не обращаю внимания. 15 октября. Сегодня с самого утра проливной дождь. А он, бедняжка, ходит. В награду сделала ему глазки и послала воздушный поцелуй. Ответила выразительной улыбкой. Кто он? Ну, сестра Варя говорит, что он в нее влюблен, а что ради нее мокнет на дожде. Ну, как она не развита. Ну, разве может брюнет любить блондинку? А мама нам велела потеплее одеваться и не сидеть у окон. Быть может, он жулик какой-нибудь. А может, и порядочный господин. Ой, жулик. Глупы вы, мамаш. 16 октября. Варя говорит, что я заела ее жизнь. Но виновата я, что он любит меня, а не ее. Mm-hmm.
Скажите, воловилушки наши, а не ваши? Нет же, вы ошибаетесь, Наталья Степановна, они мои. Иван Васильевич, давно ли они стали вашими? Ну как давно, я же говорю про те воловилушки, что входят клином между Березняком и вашим Калиновым болотом. Да, да, они, а не наши. Из бумаг это видно. Наталья Степановна, половилушки когда-то были спорными, это правда. Но теперь известно, что они мои, и спорить тут нечего. Бабушка моей тетушки отдала когда-то половилушки в бессрочное и безвозмездное пользование крестьянам дедушки вашего батюшки за то, что те жгли для нее кирпич. Крестьяне дедушки вашего батюшки пользовались землей лет 40 и привыкли читать их как бы своими. Это вовсе не так, как вы говорите. Дедушка привыкли считать, что их земля доходит аж до горелого болота. Ну так воловьи наши, ну что ж тут спорить-то, даже досадно. Я вам бумаги покажу, Наталья Степановна. Да вы шутите или дразните меня, ей-богу. Владеем землей чуть ли не 300 лет, нам говорят, она не наша. Нет, Иван Васильевич, мне недороги эти лужки. Там всего каких-то 5 десятин, и стоят они 300 рублей. Но меня возмущает несправедливость. Я несправедливости терпеть не могу. Выслушайте меня, Наталья Степановна! Крестьяне дедушки вашего батюшки, как я имел честь сказать вам ранее, жгли тетушкиной бабушке кирпич! Тетушкина бабушка желает сделать им приятное! Тетушка, бабушка, я ничего не понимаю! Лужки наши, вот и все! Мои! Да вы мне хоть тут 12 браков наденьте, хоть 2 дня доказывайте, а лужки наши, наши и наши. Мне, Иван Васильевич, чужого не надо, но и своего я терять не желаю. Как вам угодно. Мне уже, Наталья Степановна, лужков не жалко. Но я из принципа, и если угодно, я вам подарю их. Я сама могу вам их подарить, они мои. Мы к вам относились как к соседу, как к другу. Да мы же вам в прошлом году свою молотилку давали. Нам через это пришлось домолачивать хлеб самим аж в ноябре. А вы поступаете с нами, как с какими-то цыганами. Подарить мне мою же землю. Это дерзость. А по-вашему, сударыня, выходит что? Я узурпатор? Никогда я чужих земель не захватывал, я терять мне об этом никому не позволю! Воловилушки мои! Неправда, наши! Я вам сегодня же это докажу! Мои! Наши! Сегодня же это докажу! Сегодня же там будут мои косари! Что? Да я их в шею, в шею, в шею! Не посмеете! Да понимаете ли вы, что воловилушки мои? Я попросила бы вас здесь не кричать. Кричать и хрипеть вы будете у себя дома. А здесь прошу держать себя в границах. Иван Васильевич. Если бы... Иван Васильевич. Страшное сердцебиение. Если бы жилы не стучали на языках, я бы поговорил с вами иначе. Иван Васильевич! Вернуть! Вернуть!
Спасибо.